А чё? Тебе в 10 я бы, может, ставь в 10. А ты его включишь и не будешь выключать? Просто я, типа, не на постоянку, я так... Ну, давай. Периодически. Давай, да, включай, я буду заходить, подсказывать вам тактику. Ты мне подскажи, как за ретрика ДПС начать давать. Сейчас тебе покажу ретрика. Короче, смотри, Макс, пишешь? Вопрос. Создаешь сову. Ага, бля, я уже создал одну, блядь. Нет, ну, в 2×4, типа, я передамажу ретриком сову. Просто пишешь на каждый спелл. 2×4 сова, конечно, машина. Кассикенс пишешь на каждый спелл и все, и через джагу. Не, я не, не, я не такой. Там в целом ротацию от ретрика можно в одну кнопку включить, типа, и оставить две там крылья, и вот одна кнопка со всеми спеллами. Я не помню, сколько я давал, но еще где-то, когда 213 был, где-то 210, я, короче, 1600 где-то на лоскутике давал еще, когда навес был, а сейчас я не знаю, сколько я даю. Столько же. Столько же? Думаешь, как, наверное, меньше. Я на 100% уверен, что ретрика не добавляется ДПС, потому что я давал 7800 на лоскутике 212 гире, и после этого я в 220 или 20... третьем проверял, и типа у меня получилось 8к, то есть на 200 вырос ДПС 4-8. Хуйня. Ты же так. Я страдаю. Что это за ветер? Это у тебя типа звук в игре, правильно? Да, это хуй у меня знает. Кони там. Не, не у тебя, не у тебя. Ой, да, ветер, хуй знает, что за ветер. А, это не ветер, это просто тихо кони ржут. Все, ну, я понял. Кони, ну да. Так, это, а у меня они стояли минимально, и они звучали как ветер. Корнес, что ты каски, да, даешь? И что ты давал? Посмотри, я давал кулак и МП5. Ты каски давай тогда. Хорошо. Ой, как это хуйня? Ой, идеально пишет Дима. Дима, это я. Слушаю. Говори. Ты без микро? Да его просто не слышно. А чё, в бою не ты? Оооо! Кто такой толстый? Кто такой? Шум этого ветра, это Зоркий был. Вы слушайте, без меня Дон таким душным стал, или это я твой? Ты отвык. Я всегда был таким душным. Да не. Ты помягче всегда был, сейчас ты какой-то жесткий. Я смотрю типа на этот, на Вуду, ой, не Вуду, как эта штука называется? Это Вуду. Не, слева, Омен, вот. Смотри, Донт вообще не справляется. Зачем вы его взяли? Так это ДК, блядь. Просто это, я анролю тут токен. Они ничего не знают? Все правильно. Я же когда уходил, я сказал, что там Донт разберется с вами. Да я вообще вот когда десятки там собирал, себе тоже анролил в наглую и все, блядь. Да, Донт у нас тоже нагло анролит, это жулик. Знаешь, почему у нас здесь один стабильный статик? Здесь просто все крысы собрались. Где все анролят сюда. Вообще, ты долго пиздец, блядь. Тут 10 релов собрались, и не слышишь? Все... этот, смотри, ты можешь через shift менять сразу всю полоску. Нихуя. Я вообще эту хуйню бы лучше не качал, я и так нормально все бафал. Мне в ГГВП говорят, типа, вот, блядь, скачай, нахуй, а то пиздец, кикнем тебя, нахуй. Я тогда вообще охуел. Ты в бою неправильно бафаешь. Тебе нужно в бою нажимать именно по никам. Когда наводишь, там появляются ники. Вот нужно по никам прокладывать. Иначе в бою не бафает. Нет. Влево видишь, появляется табличка, ну, с ником? Ну, вижу, там залупы это загораживает. Потом на нее нажимаешь, типа, и это. И тогда только можешь в бою бафнуть, а так не бафнешь. Хули, такие премудрости для меня, это пиздец. Да, очень сложно. Я еще всяких проков там понаставил, блядь. А что у тебя за шмот? Поясни, пожалуйста. Ну ты сейчас в бою нажимаешь, нет смысла, они бафнет. Нужно только на ники нажимать. А как... Подожди, у тебя раса не вот этот безумный эльф? Не. А, ну тогда ты не ДПСишь. Там я тебе расскажу механику, как можно миллионы давать. Короче, жмешь крылья. Жмешь расовую обилку, лужа, буря, у тебя 200к ДПС. Запомнил? Все, да. Нет, хоть череп, я кому поставил? Ну, это в трэш. В, типа, в босс ретрик не дамажит. Дон, извини, буду тебя перебивать. Ну, пока. Да, я понимаю.
Да пиздец, я просто метку черепа поставил, все лоу хпшные, кроме метки черепа. Ну, метка череп, значит, типа, больной, значит, не трогать. Ковид же. Ну, ты из-за бабы. Какой-то отдохнувший. Что это такое? Да, да я прям чувствую себя заряжен и готов к бою, но пока не готов к бою. А что тебе стендап? Да я решил перестать играть пока. А, ну правильно. Рос, ты на стендап сходил, я смотрю, да? Такие шутки новые у тебя появились. Нет, я вообще, типа, я не ходил. Даже, я же говорю, я комп врубил за вот это время первый раз. Стендап это не в компьютере. Не обязательно. А где еще можно стендап? Ну, меня... можно в кафешку какой-нибудь сходить. Типа... Не-не-не-не. Блядь, какой стендап? У меня в городе из стендапов только алкаши, знаешь, в АТБ сидят. Ну, я думал, ты у них и понабрался, нет? Это все стендапы, которые есть у меня в городе. Да не, ну не знаю, какая новая шутка? Можешь этот процитировать? Бля, цитировать не буду, это, блядь, слишком... Потому что, блядь, ну, типа, понимаешь, что хуйню сморозил, так. Тоже сходил на стендап, решил пошутить. Правильно? А где стендап, блядь? Ничего, нихуя не понял, но очень интересно. Ну, просто, типа, твоя подводка ни о чем, мусор, хуйня. Я как скажешь. Спасибо. Рос, иди в Подольск, блядь. В Подольск? Ты же понимаешь, что я до этого просто не достаю. Просто, на самом деле, Донт, господи, Рос сказал, что он ушел, но на самом деле где-то увидел Гудлика и с ним тусит сейчас. С алкажом у Падика, да? Чё, а ну, какого левела уже гильдия? Вы докачали, блин, пока меня не было? 90-го. Ну, молодцы, уже, кстати, неплохо почти. А сколько в день там делается процентов? Ну, где-то по 40, там, ну, 30-40 тысяч выносится, но, опять же... Мало, наверное, мало. Не старайся. Ну, блядь, я не сильно старался, я работал просто, у меня компонировка была еще. Понял. На сегодня я хуйню просто страдал. По статам что Ретрикс собирает? Силу, что там еще? Крит или что? Силу и да все. Силу, крит тоже можно. Ну, меткость, мастерство. Ну, капа это понятно. Да слушай, не знаю, в Т4, я, короче, я не шарю за контент Т4. Я знаю, что 2Т4-2Т9 можно попробовать передамажить всех. Ну, кроме варов. А вот когда уже будет 4-4, ты типа ретрики все равно будут отлетать от всех. Поэтому пока есть 2Т4, можно ретриком попробовать кого-то разъебать. Ну бля, я не вовремя съебался, я не доказал вам, что я самый сильный ретрик на планете. Я таких ретриков видел вообще пиздец. Засал просто и съебался, вот как это выглядит. Бля, Дон, ты тебе так бафнуть не успеваю. Что на Эверетов? Дон пересел на ДКш. Да он типа он просто в бою не умеет бафать полипауэром, не слушает меня. А что бафать, я не пойму. Типа никто не умирает. Так он еще сначала не бафал. О, видишь? 3% каска. Короче, в чем это? Что? Блять, Невер, ты так сбиваешь, как и раньше. Хотя мысли у меня достали сконцентрирование, чем раньше. Но ты все еще сбиваешь. А что у тебя вот это вот за штучка? Это какая-то на скорость штука? Прок, комета нарисованная. Какая-то триня хуёвая. Комета? Ретрика не подходит. Вот это что ли? Ну, сейчас она у тебя не в проке. А ну, открой. А, зелёная это колчедановый. Да. А, я же говорю, для ретрика не подходит. Хуйня. Ну, хули, что она не прокает, нихуя. Метки. Почему прокает? Прокает? От автоатак крита. Сейчас, подождите минуту, я спекнусь в ретрика. Ближнего и дальнего боя. А, да, от автоатак. У тебя от автоатаки шанс крита 35%, а раз в 3 секунды бьет. Ну, то есть сам посчитай, насколько часто она прокает. Ну, хуй знает. Вообще хуй забиваю. Ну, вот, типа, заканчивается ее действие, и она прокнет, типа, где-то через 15 секунд после окончания действия. Это в лучшем случае. Это вообще залупа какая-то. Кольца, хуйня, блядь. Это все не важно. Важно только пуха и трение, все. Остальное мусор. Ну вот карта эта ебаная, а вторую какую? Надо где-то еще метку взять. С острова выфармить. Остров, ебать. Ну ты сказал, у меня шея есть максимум с острова ебаного и все. Не, смотри, типа вторая пуха. Ой, вторая триня, это скалагар на 226 бисовая. Так подождите, а это Изука не в Дискорде и меня не слышит?
Ну получается, да. Что нет. Так, Айнан, да. Ты где там? Я тебя не вижу что-то. А, вижу. Держи. Вот это бисовое, да, скрытое? У меня тоже есть что-то. Да, есть, да, приятно. Если что. Солгалона десятки еще можно взять, тоже неплохо. Такое прикольное. Солгалона 25-ки. Сейчас я рыбку покушаю на меткости. Но колдовский камень это бисовая, потому что ее супер сильно апнули. Нет, солгалона десятки. Да все за... Не, это мусор. Так же само не прокает, как и та, что у тебя. Там рыбу поставили, кто не рыба поел. Рыба стоит, кушаем. Че, кто у вас релит, never или don't? Don't. Трэш. А чё не Never? Never же у нас, я смотрю, типа, одни уведомления приходят. Everyone, собираю ульду. Ну так, это ж не ульда. Ты не заебался. Это не ульда. Понял. Там её... тактики знает, как думаете, нет, да? Бёрн не разозлится на меня? Я, типа, сказал, что пойду почилить на ретрике. И ушел с рейда. Ну, типа, он там пугов искал. А я же говорю, Донт разрушает этот. Как он меня обвинит. Он и так думает, да. Что я не знаю, что он там думает. Да нет, ты не говори. Готов? Подожди, 9 секунд. 9, да сука, 9 секунд, пожалуйста. Ладно, не пуляй, А, типа... Вот, запусти еще раз, вот я запусти еще раз, у меня есть аппол. Ты сейчас почекай, короче, как я буду бить, скажешь, какие ошибки. Ой, ротация идеальная. Ну я просто не знаю это. Ну, все скиллы в откате, ротация идеальная, все. Я правда, меня не видно, где у тебя крылья, когда ты их вообще даешь. Где у тебя стаки печати? Ну с пула пойдет, я тоже плюс-минус с пула даю. Когда как? Ну видишь, ДПС вообще не изменился. 7700 в две цели. А никто не диспелит, да, у нас? Да я диспелю сейчас. А, это же еще. Зорки должен диспелить. Зорки. Делать больше нехуй. Есть вопросы. Зорки, есть вопросы? Где диспел? Молчи, в гере тебе придется диспелить, хочешь ты этого или нет. Бля, вот мне интересно, да, вот сейчас, знаете, когда смотришь стрим, и вот просто стоит босс, вы просто в него бьете, типа тут не нужно никакую тактику, ничего, и такая тишина стоит секунд по 15, по 20, о чем вы вообще думаете в это время? Я думаю, что какой же это манекен. И пытаюсь понять, почему, когда трэш, я танчу, с меня все срывают, а с босса никто не может. Это механика такая. Да. Серьезно, просто вот реально, типа, такой вот, такая тишина, почему никто не вклинивает свои 5 копеек, что-то рассказать. А главное, когда происходит какая-то динамика, вот часто есть такое, какой-то пиздец. Ходит Рос. Ну или Рос, там, типа, или Невер, да. Почему этот? Почему гробовая тишина в те моменты, когда она не должна быть? Когда должны анекдоты рассказывать за всякие шутки. Ну смотри, все пытаются обогнать Зоркова. А что, Зорки до сих пор в топе? Так, на этот, на АУЕ шел, да? Или нет? В Аркане-то. А босс этот, босс до сих пор пуха не выбил? Чего он так мало дает? Он выпил, он, блин, забрал с этого. О, что-то падает. Тебе надо запад? Ух ты, да, конечно. Мне здесь на танка вообще все надо. Возьмите, Рост, сделай доброе дело. Зайди, блядь, на Настю Кису и присоедини, чтобы мы диспейлили. Ой, распыляли, короче, эти хуёвины. Блять, сложно. А там не было обновы? Нет.
О, меня Карнас передамажил, нахуй. Я, получается, вообще нуб. Так Карнас гладиатор, ты, бля. Как бы на секундочку. Не оскорбляет таких серьезных людей. Сильно да, в конце упал ДПС. Не должен. Тебя не диспелли просто. Тебя не диспелли, походу. ДПС ты просто где-то потерял. Не должен был терять. У меня 3 миссии вспышкой. Смотрю, у Лангриса... Хотя не, Лангриса вырос. А, ну это же ШПшка в 2 цели. Скажи, там же они по 2 целям, цель, да? Бил. А пыткой своей еще не бил ты вторую? Нет. Она не уешь, у меня уешь. Так она ему неудобна. Это ВТшку тогда уж надо. Я сюда на ШПшке мультидотаю, а уешь максимально. 2 цели, я топ-1. Какой смысл, если он залазит на коняк, у него фулл ХП становится? 200... Рост просто вагон. 78. Короче, на профи ХМ 26к держал. А Ребик 28 или 29. На профи ХМ. Вы понимаете, это там чисто в босс на динамику. Но ШПшка я взял, я в лузер. На, пуливай, давай ждем. А, стан, дайте. Я уже сдал. Уже все. Пиздец, бля, что ты тут привел, дядя? Там, видимо, питомец зашел, не по адресу. Там пиздец, а не по адресу зашел. Блять, я сейчас дам еще один на пол. Ой-ой-ой-ой-ой, поднимайте. Вообще умрем. Я еще один на пол сдал. Это пиздец. Так мне вот давайте еще, когда начинает дуть. Кажется ли фаераура не стоит? Типа она бы здесь вам помогла. Ну это вопрос к ретрику больше. Ебать ты подарил, дядя. Не все вкусно. Что? Вот две пачки. И видите, вот смотрите. Когда я пулил две пачки, мы падали. Донт пулил две пачки, вы выжили. Чувствуете, я был просто помехой. Слабо получается. Это просто танк слабый, ватный. Тебя одеть просто надо было. Надеюсь. О, пизда. Невера контрол. Хекс, дайте ему. А, ну, мы тогда умерли, потому что Изука сразу взял ВМК, он всех убил. А тут, типа, я понял. 4-3. 1. Ой, хилы, конечно, вообще я хорош. Собаку убили мне, суки. Я не даже по мане не там. Это было страшно, скажу так. Да, я погнал. Да так и было задумано, все нормально. Я тут прощаюсь, а вы тут подняли шум. Все, говорю. А, я сейчас вам настики заведу и выхожу. Давай, да. Брат. Это у тебя там девушка, да, Рос? Где, где? Все понятно, тебе девушка. Понятно, все. Warcraft променял, понятно. А там я устал, я этот. А вот у меня только руки растут. А с плеч? Ну, да. Только у Карнеса и босса, и все. Они один не взяли, значит, не Я до конца верю, что пацаны просто поддавались. Бля, у Корнеса метеоритный кристалл еще? Охуеть. Давно уже. Ты на выставку, что ли, своего паладина, что ли, пригнал, или что? К чему все это вот настолько заморочено? А чего у него там заморочено? Это пиздец, у него все, что нужно, блядь, у него все есть, по-моему. Бабки за R2 у него есть, 233 гир, ну это как бы, это читерство. Он даже сову там мою перегнал, да. как так? А, у него 258-го, да, кольцо босса, да. Да, кольцо перегнал меня за счет кольца. Не, это уже не серьезная пачка, даже как-то, знаешь, уже не воспринимается. Оскорбление уже, да? Да, типа, слушай, серьезно? А это типа получается с той пачки, которая вторая пришла, остатки? Значит, там было не фул две пачки, а полторы?
Возможно. Но эти там, стояли там... так это отдельно. Нет, там пачки 3 пришло, да. Может быть, то есть, может быть 3 пришло. Там, дай-ка там... запишу. 70% замедления, проклятие. А ты проси себя Фридом. Или иди спалить проклятие. Он зоркий вам, зачем? Я для он... Ты прощаешься? Сейчас, да, по-моему, там вам... было действительно 3 пачки. Тут я что-то это... вам... Я сейчас одну согрел. Настю кису завожу, вы же сами просили. Все, понял, брат, давай. А давайте на ступеньках спрячемся, я еще вон справа с поля все. Давай, я на пол уже сдал. А хотите я... Нет, я не дам. Хотя я могу дать Насте кису, но они... она не подтверждена, у меня почты нету. Свой аккаунт я не дам, а Насте кису могу дать, типа, если кто-то хочет. А что там, а что там такое? Да сова прям бисовая. Бисовая? 232-я. 8к ДПС на перебежках, 12к ДПС в соло цель. Ага, и блядь. Еще что интересное расскажешь. Стан, ну, стан, короче... стан нужен. Да. Короче, кубоб там на свадьбе на какой-то работает. Женится? Ага. Слушайте, вот на топовых пачках мы не умираем, а на двух умираем. Ну что это такое? Умер только ты. Я умираю только слабые. Слышишь, Невер, а ты бы женился или выходил замуж? Я бы женился. На ком? На тебе, блять. Это я это хотел услышать? Я не знаю, что я хотел услышать, я просто типа решил заход дать. Не только на тебе. Короче, не знаю, не загружается нихуя. Меня тут забанило. На половине загрузка повисла и все. Может, надо альт апнуться? Давайте все в кучку. Мне не понравилось умирать. Сейчас опять через питомца с пулю все подряд. Смотрите, тут павук под зорким. Да не бойся. Ты спас меня от смерти уже. Убили ты его чуть не раздавил его. Я помню, умер. Давайте. До встречи. До усрачки. Ух ты, блядь. А кто убил паука, я не пойму? Да. Зоркий, блядь, кто же еще? Я не жду. Да он ГП надо, ну это пиздец. Ну как, ну это же паучок был. Подожди, я опять пауком ты согрел. Ну да. Стрейп один получается. Ну если нет, не умрем, то да. Это работает? Стан, дайте стан какой-нибудь массовый. У нас корова есть? Я сделаю себе, ради такого надо делать. У нас кротик почему-то умирает, ой, ретрик точнее. Я, кстати, не понимаю, а ты как вот, когда корову себе делал, ты на Альянс, ой, на Орду прыгал? Да, приходится прыгать на Орду. Ой, оглушение, я за стан умер. Я тоже умер. Добейте что-нибудь добейте, там, ну, по чуть-чуть. Да тут совсем чуть-чуть осталось. Да, быстрее доходим. Вдогонку разбиваем лица, возвращаемся. Это как в Ладва, все умираете, короче, быстро стакнулись и побежали назад отбивать. Эти там. Тут они бутылками этими кидаются, ну и все потычки скинулись. Я, короче, завис. И меня выкинуло. Окей, ты живой, заходи. У тебя все получилось? Пока не пускает. Я вот думаю, а если брать ласт, да? Вот это, которая с Каражана, она будет пиже, чем РПБшная? А, я знаю, да, она будет попиже, немножко, чем вот это. Говоришь и слышно. Может быть.
Ты майонез сделал? Кто майонез? Почему нет красного лука под мой трансмог? Наверняка где-нибудь есть. А? Где есть? Наверняка где-нибудь есть. Ну, ты все луки посмотрел? На орде есть, в этом, в ике. Да можешь подземки ВК-ш на какой-нибудь падать. Или в классическом подземелье. Подожди. А, не, все нормально. Я думал, что-то код хуйнёй какой-то занимался, я там просто сортир закапывал. Поля, через пачку. Давай, вместе с Морозом на этот раз. Я тогда спорил с Морозом, я мог, он отогрелся хорошо. Все бегут, все бегут, все бегут. В угол. Мне больно. Забей. У меня стан. Нету ничего. Я максимум, что могу, уже разлить. Нормально. Миски вот на здоровье. Ой. Бля, ну он в фокусе, это пиздец, Айнан, ну разберись с ним. Хорош. Мне кажется, или мы супер быстро трэш почистили. Такими, ой, такими темпами. Ну где-то за 30 минут плюс босса, ну да, быстро. Ну мы, наверное, минут 20 только стартанули. Ну я же говорю, где-то 30 минут с учетом этого босса. Ну, это скилл уже получается. Почти-то нам 4 мне отдавайте, можете и напуливать. Да, давайте быстрее соберем донт Т4. Я заебался уже на пол сдавать. Хочу жать 1, 2, 3. Так. Не сдавать. Макро сделал, и не паришься. У меня есть. Фуба. А это он самое обидное, что он как КД съедает. Ты дамаг теряешь. Ну да. Из напола. У меня есть макросы под танков, у меня есть макросы через ассист от босса, то есть таргет. Ну вот, кстати, этот таргет постоянно слетает, я не знаю почему, на многих боссах. Ну типа он просто в холостую выстреливает его. Так, Лангрис, давай начинай с этого. Есть... А. Ой, у тебя есть сап? Кому шаг? Конечно. В ромбик сап, а в шакл в звездочку. Я могу вот так еще кинуть. Трапу поставь какой-нибудь столик. Скажите там насчет 3. Да, все, начинайте с шагу. Я остальных заберу. С Мороза, да, тыкни его с угла. Блядь, ну вот, господи, вот. Нормально. Не серьезно. Дальше как отведем.
Я могу одну затаунтить и поставить этот на нее. Если там не будет. Леди в бабле. Мороз. Невосприимчивость к таунту. Ну да, есть такое. Ля, прикинь, здесь повело. Мне не дают этот заморозить его. Вы там накидали что уже это? Этих. Дайте окрану врач. Вообще здесь надо в два танка. Это, блядь, самая оптимальная тактика. Нет. Ну, мы вот в первый раз кого убили вообще, там упал за 2 минуты. Даже голову не ебать. Сука, кто-то снимается, а что? А там этот бабу. Там еще ворд присоединился. Ой, я на него тот успел закинуть. Может быть, сработает. А, да, давайте сейчас появится, давай Геру дашь. Это, ну, когда босс появится. Давай Геру. Стан. 2 секунды. Босс живи. Звездочка идет. Шакал звездочки. Дайте по новому салю. Больше не пропадет? Надеюсь, что нет. Кстати, ты же можешь, по идее, до этим. Ты же бомжом можешь управлять, типа, от первого лица или нет? Да, ну хуйня тогда. Спасибо, извините. Блять, что-то не работает, рост, нахуй. А идол, по-моему, сильный, да, насколько я понимаю? Или хуйня? Или жизнь с видом не помню? Я отойду на минутку. Может, меньше. СПТ, по-моему, классный. Он же не силу заклинания жизни цвет увеличит, он просто СПТшки дает столько. Не, ну насколько просто целесообразное использование этого спелла, я не помню. Типа друиды им пользуются или нет. Слышишь, может, спустимся и... Это. Слышишь, давай вот, может, спустимся, и вот мой таргет ты бомжом приведешь, а мы вниз сойдет туда, ну, прям. Сейчас, мне сейчас просто бомж там убьет. Все вниз, все вниз. Да, все прям вниз. Вот сюда забегайте в проход, будет удобно. Блять, а мой пес куда побежал, сука? А где Дон? Подожди. Не знаю, я наверху стою. Блять, все внизу, а Донт вверху. Красава. Ну я имел в виду сюда вниз. Не, я думал, ты спустились. Ой-ой-ой, там наверху еще. Там наверху еще идет. О, у меня на пул сейчас есть, да. Все, откатился. А есть стан, они все кастуют. А да, задуло. Задуло, да. А чё они там наверху стояли?
Мой питомец уже умер. Вообще ну, питомец ты... там умирал. Ты с ними там один тусил. Зоркий, да, столик? А кто про друида спрашивал, идеальный или кто? Про это. Ты о чем? Это нет, это про я жизнь. Спрашивал, это Невин спрашивал. Я не хил просто. Про жизненный цвет что-то? Да. С целесообразностью всего использования. Ну, это ж не омоложение. Ну это типа... Трой, там... ты как три раза стакается, по-моему, это вот это. Там, короче, фишка, по-моему, в том, что какую-то часть маны, или всю, или 50, возвращает. Половину маны, оно в конце восстановления. Да, когда заканчивается. Ну, типа, три ты накидываешь, это бурстовый захил. То есть, если тебе нужно, чтобы... Если по цели много дамага идет, ты три настакиваешь, и тебе проще ее поднимать. Ну, типа, я хуй знаю, типа, полезно, не полезно ли вот этот идол. Оно хотя идеально его занидал. Значит, полезный. Если спадать, я растыкнул тебя на 10 секунд, сколько там, минут 230 может быть спадать. Ну да, хорошая в целом. Но я просто не знаю, знаешь, типа, если ты этот скилл там за, там, условно, из 10 боссов используешь на 5, используешь его там 2 раза за бой, тогда нахуй он нужен. То есть, не, вообще про... редко, но в хай-контенте он все равно будет. Ну, скажем, на Халионе. Идеально, зачем? Ну, блядь, зачем ты хилишь? Ну, такая же тактика. Эй-эй-эй. Как закастует нас. Донту опять не нравится, что его хилят. Да конечно. Сильный и независимый, без хила справится. Нет, я без хила не справлюсь, но зачем? Типа мобы только идут, смотрю же, это буйный рост на всех. Поделся, понесся. Как бы правильно, конечно, но только мобы на него бегут. Подожди, правильно или неправильно? Ты определись. А у меня Т4 нету, вот я и ною. Дайте мне Т4, я заткнусь. Я этот трэш соло буду убивать. Короче, нужный скилл, когда хосты нормально. Так, никто не хильте, не хильте Донта. Не хильте Донта. Ты что, по 2 моба будешь там вести, серьезно? Я ходить не умею, видишь? Тир там всех решил перевести. Пиздец. Ты вот из крайности в край. Тут одна пачка, по-моему. Ну, я пошутил. Пугаешь меня. Ну ты сильно не бойся в следующий раз. Я постараюсь. Заберись меня бобов, мне больно. И мне пришлось ВД нажимать. Ты как будто готовность отдал. Быстро Т4 нужно. Мне на успех. У меня один кусок есть для кашники. Так почему ты еще не танк? Я танк. Со вторым куском. Так. Запишем. А Донт, у него что, вот этот ДК твинк или что, или мейн? Вообще, по идее, мейн. Ну, XP у меня больше всего на ДК. С какого города? Но... О боже мой, тоже спросил. Когда контент вышел? 3.3.5? Ну, 2008. Значит, с 8-го. 3.3.5 в 11 вышел. А, в 10-м вышел катаклизм больше. Лича, да, а 3.3.5 вышло где-то в 11, там в 11. А, именно 3.3.5, потому что я 3.3.5 вышел в таком деле. Я, короче, играл на БК, это еще когда в школе был. Качался БК, потом смотрю, у нас будет этот локальный сервер. Ой, куда мы пошли, мы же на Деву идем. Локальный сервер был, и там, типа, я вообще ничего не понимал, что происходит. Потом мне скинули там этот Вов Циркуль. И я начал играть на нем. Вов Циркуль говно. Я только качнулся, сходил в этот в Накс. Начал одеваться под льду и вышел ИК. А, нет, не 3.3.5, получается, 3.3.3 вышел тогда.
Потому что потом только СВК была. И ты все затанчил, получается, да? Ну, не, ну, я тогда вообще ничего не знал, что происходит. А когда, и, как бы, а я играл узнал? И играл на ДКшечке, все. А когда узнал, когда узнал? Когда узнал, когда там аренить начал. Ну, это типа спустя, наверное, полгодика научился. Потихонечку. Короче, с 2009-го. Угу. Ну, я вообще с Лары начинал, блядь. А на ханте просто весело. ДПС? Пианино ебучая, блядь, в ПВП. Не, в ПВП. Не, мне ПВП нравится очень на ханте. А-а-а. Тяжко, пиздец. Это так классно. Да просто на ДК ты типа играешь этот туннель. Ты бегаешь за чуваком, нажимаешь ПВЕшную ротацию. Сбиваешь косты еще. Ну, просто прыгнул типа жопой на клаву, смотришь, там тип уже умер, и все. Супер. Так я поэтому за ДКшку играл в ДКД. В сетапе аренку. Потому что это хоть как-то весело. Не, мне очень понравилось. Я видел какой-то обзор на сурфханта, вот типа в текущем. А как-то. Кто-нибудь фукл положите там к манекену уложу. Паладина. В актуале, короче, смотрел это, типа как сурфхант выглядит, ну, блядь, это так прикольно.